И плюс ко всему к тому, то, что там обломился вот этот вот наконечник пластмассовый, потому что закисла резина. Хотя я недавно менял свечи, все откручивал, свечи нульцевые. Проводочки вроде тоже смазал, но им уже хана. Так что меняйте, ребята, не ленитесь, не жалейте там 1000 рублей на провода. Следующий цилиндр вытащился отлично, видно, то, что свеча новая. Здесь сейчас буду пробовать отверткой и клеевым пистолетом вытаскивать эту резину. Достал вот так вот проволочкой алюминиевой. Пистолетом не получилось, надо долго ждать, чтобы он схватывал. Короче, просто отверткой ее разрезал, острый, чух, и достал проволоку. Все, сейчас продунь компрессором. Все ништяк, ребят. Так, ну и все, друзья, поставили новые высоковольтные провода.